євро. Ну, це ага, євро. Ну, якщо в Чечні... Да? Случай, когда был совершен марш 470 километров, все вот как бы по всей истории, по всем войнам. Два терминала, старый и новый, полностью под нашим контролем, но особенно ночью регулярно заходят диверсионные группы, которые работают с глушителем, с хорошим оборудованием, хорошо обученные, которых приходится постоянно гонять по зданию. Если старый терминал толково просматривает территорию вокруг себя, соответственно, новый не может выдвинуться на такую позицию, чтобы видеть в хорошем обзоре, и приходится постоянно ловить внутри. Благодаря тому, что позиции грамотно расставлены, как бы постоянно каждый раз пресекаем все их попытки. Они понимают, что это их страна. Ирина, при всем уважении. Во-первых, у вас... Нашу надо строить, так, с нуля. Массовостью, да, рожать и рожать. Наша дорога, якою нам переважно там привозять різні продукти, то її просто там засади сидять, там дуже тяжко добратися. Там раніше частіше возили, а зараз там просто зі всіх сторін там б'ють. Там стіни дуже слабенькі, там вони так прострілюють, що нам приходиться лягати на землю, щоб ми так не попали під пулю. Скажу ще пару слов буквально. На термінал проходять через три засади. Три засади з відомими вогневими точками. Скажи, засади стріляють із РПГ. Это реактивный гранатомет. Стреляют с СПГ, это станковый гранатомет реактивный. Стреляют ДШК, крупнокалиберный пулемет. Стреляют утесы с прицелами. И под вот этим вот огнем едут на терминал обратно. По броне тарабанит, осколки летят, взрывается РПГ перед машиной, сбоку машины. Попадали РПГ в колеса, разрывали колеса, вырывало мосты, пробивало броню, едет десант, три человека ранено. Одно пробитие только от утеса, три человека было ранено. Правда? Дерзкий. Шучий, выздоравливай, поправляйся там, ждем тебя. Дели на скорой. Ты мне сказал часть моей заслуги. Все ребята вернулись.